Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он отметил свой 84-й день рождения сольным концертом в Батуми. В прошлом году причиной смерти артиста стала почечная недостаточность, и из-за этого ему все время приходилось делать процедуру по удалению продуктов, обмена веществ и удалять избытки жидкости из крови. Он был на диализе последние 10 лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации, сообщила близкая подруга Кикабидзе Нана Килапетершвили. Светлая память артисту. Актера, сценариста и режиссера Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси, рядом с его матерью. Об этом сообщил менеджер артиста Рати Абзианидзе. Решением его семьи это было и его желанием при жизни. Он будет похоронен на Верийском кладбище, где похоронена его мать, сказал Абзианидзе. Панихида по актеру пройдет в церкви, после чего гроб доставят в Тбилисскую филармонию, а позже состоится погребение. Кикабидзе сыграл главные роли в фильмах «Мимино», «Не горюй», Георгия Данелия, а также в «Мелодиях Верийского квартала». Всего он исполнил около 20 ролей. В 1978 он получил государственную премию СССР за роль летчика Валико Мизандари в фильме «Мимино», а в 1970 премию за лучшую мужскую роль МКФ Картахене за фильм «Не горюй». С 2020 актер был депутатом парламента Грузии.